Рум, ну не снимай так близко. Ух ты, это что, микрофон? Ну хочу кушать. Я надеюсь, я люблю гречку. А Лиана неприятная. Я подтверждаю. Ну ты, получается, ты выиграла. Да. Молодец! Молодец! Скандалистка года! If there's any chance... Он её любил! Видеооператор против фотографа. Нужно попасть в перекладину. Ты готов, Кирилл? Я готов. Желаю удачи. Взаимно. Давай. Удар фотографа. За ЖФК «Динамо» следите? Мои болельщики, мои сладенькие, мои любимые. Мы очень рады, когда на нас приходят. Мы очень ценим и любим всех. Усталость – это иллюзия, Ром. Расскажи про сборную России. Ты там не выпадаешь из обоймы? Или наоборот выделяешься? Не выпадаю точно. Девчонки там какие? Агрессивные, добрые, дружелюбные? В основном дружелюбные все. Когда у тебя следующий вызов? Звонишь куда-то? Алло, алло. К чему готовишься? У меня в университете есть философия. И наш преподаватель задал нам написать эссе на любую тему из данных. И я выбрала цитату Публия Сира. Заряжай речь. Мы победим все. Диша, ты с Перми? Думаешь, как тебя встретят в твоем родном городе? Меня родные ждут. И близкие все. Все придут на игру поддерживать «Динамо». Виталий Сергеевич, выйдет на поле, отдай на игру. Решит главный тренер. Я тебе заверяю, что ты выйдешь минуты на две. Нет, мне кажется, Галю не поменьше, чуть-чуть. Поменьше? О, не, вот здесь я выше. Вы малышки, да? Да. Бэйбики. Мы любим. Боевой. Всем привет, мы находимся в городе Пермь на стадионе Амкар. И сегодня играем с командой Звезда 2005. Вайб, как всегда, на высшем уровне. Аудитория 30+, поясни, что такое вайб. Вайб — это атмосфера. Ведущую можешь себе взять в напарницу. Хочешь стать ведущей? Ну да. Мы без поддержки никогда никуда не ездим. У нас всегда везде есть поддержка, понимаешь? Это же «Динамо». Ведущей тяжело быть, да? Ведущей нет. Но пока я ничего не получается. Ром, я помню наш выездной матч, да, в Рязани. Ты взял наш мяч. Хотя, ты знаешь, я это не люблю, когда берут мячи перед игрой и трогают их вообще чужие люди. Но ты для нас не чужой. Забей гол, пожалуйста, еще раз. Нам нужна интрига. Динамо! Не. Звездочки. Может, все-таки «Динамо»? Нет, звездочки. Динамо!
нашим только Динамо.